Приветики, мальчики! 23 августа готовится к выходу новый комедийный криминальный фильм «Ненасытные люди». Сюжет этой новой комедии повествует историю о жителях маленького островного городка, которые должны распутать сенсационное убийство и найти пропавший миллион долларов. Серия неудачных решений переворачивает некогда мирное сообщество с ног на голову. Такое вот интересненькое описание этого фильма. Но мне кажется, чтобы разобраться подробнее, стоит ли его смотреть, нужно глянуть официальный трейлер. Давайте этим и займемся. Все в порядке? Это офицер Шелли. Уилл. Введите его в курс дела. Будьте приличны. Не убивайте никого без крайней необходимости. Потому что это очень грязная работа. Это Providence, чувак. Здесь ничего не происходит. Вызываю машину номер 2. Полиция, выйти с поднятыми руками. А, ух ты, какого хрена? Мне очень жаль, мэм. Да пошел ты нахуй. Я тебе сейчас покажу. Не называйте меня ублюдком. Блин, жестко. Еще и матюки. Черт подери, что тут случилось? Я же говорил тебе в первую очередь. Не убивай никого без необходимости. Ага, вот и денежки. Этим летом. Мы можем выбраться отсюда. Мы сделаем так, будто это было убийство. Заберем деньги и повесим это дело на кого-то другого. Ты делал это раньше? Не делал, конечно же. Вы заметили, что что-то пропало? Здесь царит беспорядок. Но ничего не пропало. Где деньги? Я не знаю. Я пришел к тебе домой, чтобы убить твою жену, но она уже была убита. Ее убил кто-то другой, и это просто ужасно. Прикольно. Какие услуги вы оказывали, миссис Читлоу? В основном массаж. Расскажи им о танцах. Что за танцы? Ну, иногда, знаете ли, еще так я делал. Ох, какое солнышко я вырастила. Заткнись, мам. Не говори никому об этом. Детка, не подавай виду о том, что тебе что-то известно. Я хочу докопаться до сути дела. Завтра вечером мы забираем деньги и уезжаем. Послушайте, просто будьте осторожны. Просто невозможно прожить жизнь хорошо. Вы же понимаете, что у вас ничего не получится. Но это лучше, чем верить, что у нас все хорошо. В этом деле погибли люди. Это слишком большая потеря. Это не может быть совпадением. Мы хорошие люди. И с хорошими людьми случаются хорошие вещи. Да уж такие вот хорошие люди эти копы. Мне кажется, это будет забавный и прикольный комедийный фильм. Интересный и достаточно прикольный сюжет. Как по мне, коп прибывает на дело, случайно убивает озверевшую женщину. И тут они находят деньги и решают их присвоить. Надеюсь, будет очень забавно, прикольно, а главное, смешно его смотреть. Это был Антивирус. Спасибо тебе за твой комедийный просмотр. Подписывайся на мой криминальный канал за новыми видео. Пока-пока и не похищайте мои бока.